каждую весну они заполоняют Москву. Каждую весну они читают стихи на Арбате за еду. Ночуют у стен университетов, горланят песни под вашими окнами. Кто они? Актеры, абитуриенты. Они ведь просто взрослые дети. Те, кто еще не разучился мечтать. Они так хотят стать настоящими актерами. Они готовы пойти на многое, покупать фальшивые билеты в другой город, не спать трое суток подряд, драться с дедом за списки. Они готовы на все, чтобы поступить. Не закапывайте их мечту. Пропускайте их хотя бы на второй тур. Иначе они все равно приедут в следующем году.